Пащенко, один из наших этих самых главных помощников. Вот. Когда я спросил, почему у них нарисованы картинки, ведь фото сделать и проще, и дешевле. Ответ меня удивил, если мягко сказать. Наши покупатели всегда довольны нашими поставщиками. То есть продавцы не продавцы свой. Таким образом, они являются простыми перепродавцами. А если внимательно прочесть все, что на сайте написано, то увидите, что они не отвечают за товар. И то, что вы видите за качеством, может получить совсем другое. А про качество вообще речи не идет. И они несут за это никакой ответственности, так как вас об этом предупредили. Представляете, когда-то нечто подобное видел, помните, я возмущался. Мои слова были. Они специально, гласно предупреждают, что мы вас обманем. Ответственности не будем. Прямо официально. Вот, пожалуйста, Сергей подобное нашел. То есть хитренько все это подано. Ну, кто читать станет? Не дайте себя обманывать, читайте внимательно. А лучше заказывайте проверенных или тех, кто хотя бы покажет вам фото маточного дерева. А еще лучше маточного сада. Ну, комментарий еще будет читать, я уже сказал. Смотрите. Это все свежее. Так и маячит. Это по барабану, что это. Это все. Первая фотография моя. Вторая с интернета, третья с интернета. Когда они готовят сайт, они сами не знают, что им присылают за это, за рубежа. Поэтому, естественно, все это подобрано таким образом, чтобы привлечь внимание. Вот. Вот это вот питомник растений. Ну, уже неохота открывать. Там опять мои фотографии. Но если бы это не был ведущий академик России, я ничего понять не могу. Когда же они свои-то сорт покажут, вот покажут. Я потом ниже вам покажу, чего добились эти крупнейшие уральские этот, научные учреждения. Но это чуть ниже будет. Все сразу показать не могу. А вот это вот, значит, смотрите сюда. Я просто взял, дай думаю, посмотрю, какая погода будет. Это было, я не помню, где это было. Не я выбирал, допустим, что сфотографировать, а просто, знаете, как идет этот, как он, Яндекс. И вот просто мне бросилось в глаза, что кроме погоды, которую это самое, это не Саяногорск, вот. Кроме погоды, вот эти вот, и я бросаюсь в глаза, что все они, все, кто продает, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, то есть одни абрикосы уже продают не меньше 10. Все они до единого с интернета. Все до единого. Вот, все забито, вся реклама ими. И, пожалуйста, еще один сфотографировал тут же. Вот это вот. Яблоня Жигулевская, вот это яблоня Жигулевская, я вам показывал фотографию, с которого они сябзили. То есть опять фотография моя. Вот. Я к тому говорю, что благодарю Сергея Анатолия Пащенко с тем, что он нам доносит эту правду. А вы несите ее дальше, так сказать, массой. Больше некому. Вот. И вот его слово, помните, нарисовано. Свежайшая появилась. Русский огород. Ну, действительно нарисован. Знаете, ни одной колоновидной груши на планете нет. Что остается делать? Они могли мою ту. Помните, там моя фотография, где вот так обрежут сверху снизу, и получается колонна. А то, что у этой колонны нет штамба, она в воздухе висит. Это их не волновало, они просто вырезали. А, видимо, где-то дошло, потому что вот это я увидел впервые. Я видел их сотни и нарисованных. И просто как бы отдельная ветка, и поди проверь, она свисает или снизу растет, или сверху. Вот. Ну вот, и все-таки вот свеженькая появилась. Прав Пащенко. Вот. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот. Погода в Красном хуторе. 2 года назад это было. Да? Уже тогда висело.
и до сих пор висит. Вот это 2 года назад, и вот это свеженькое. Я фотографию делал в декабре, видите? Вот, 2 года вранья, и никто никогда за это не ответит. Ну, что такое настоящее садоводство? Вот оно, прижали. Вот, эта девушка, одна из двух моих помощниц. Обе являются племянницами, обе умницы. Вот, и тут никакой халтуры, никакой. Да, бывает, кому-то забыли обмоточную ленту пакетик положить. И так бывает, все мы люди, только потом никого не, ну, восполняем. Вот, вот это кухня, не так у меня много места. Вот, чтобы иметь специальную мастерскую или эту. Вот это все на кухне. Вот так мы работаем. Но зато никакого обмана, никакой халтуры. Вот.